Последние новости из Сирии. Правительственные войска остановили наступление экстремистов, которые пытались прорвать линию обороны в провинции Алеппо. Армия несколько часов сдерживала натиск боевиков из группировки Джабхат ан-Нусра, запрещенной в России и многих других странах. Террористы отброшены на исходные позиции. Тем временем Министерство обороны России опровергли сообщения ряда западных СМИ о неких ударах, нанесенных самолетами воздушно-космических сил в провинции Идлиб. По данным агентства Рейтер, там погибли более 20 человек. Как заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Коношенков, российская авиация в этом регионе не действовала. Никаких боевых задач, а тем более нанесения ударов, российская авиация в провинции Идлиб не выполняла. Призываем более критично относиться к любым страшилкам от британского тандема в лице обсерватории прав человека в Сирии информационного агентства Рейтер. Как только мы представляли миру данные объективного контроля, полностью опровергающие их прежние фальшивки, ни обсерватория, ни агентство даже не пытались прислушаться, а тем более опубликовать опровержение.